Здравствуйте, дорогие мои подписчики. На экране вы видите главу МИД Ирана. И он встретился с Пашиняном. Мы посетили Армению, чтобы определить долгосрочную дорожную карту для обеих стран. Об этом заявил глава МИД Ирана. На экране вы видите также консульство Ирана в Гаване в таком безремонтном виде, и в спешку они открыли это консульство. О чем говорил глава МИД Ирана с Пашиняном? Об этом пишет aisor.am. Как видите на экране, говорил он о долгосрочной дорожной карте. То есть якобы мы с вами на одной лодке, и мы обеспечим вам безопасность. О каком безопасности может идти речь, если Армения тянет туда недружественные с Ираном государства? То есть можно сказать, что Иран говорит Армении: я буду тебя любить, но Армения отказывается от этой любви, так как не видит перспективы дальнейшего развития. Но пока терпит, не говорит иные вещи, то есть дает знать, что да, ты можешь любить меня сколько хочешь, но мое сердце думает о другом. Если это в кавычках говорить на понятном языке, можно обсуждать и говорить вот так. Как видите, Пашинян говорит большое спасибо, вы упомянули об очень важных обстоятельствах. Ваша встреча с господином Раиси в Нью-Йорке содержала много важных вопросов, а также договоренностей. Разрешите передать вам теплые приветствия президента моей страны Раиси. Просил передать вам, еще раз подчеркнул его приглашение посетить Тегеран. Мы видим, что интересы Армении и Ирана не совпадают для дальнейшего развития, но Иран еще раз повторяет Армению, что, как видите, я за вашу целостность, поэтому я открыл генконсульство Ирана в Кафане, чтобы Азербайджан не двинулся дальше. За вашу безопасность отвечаю я. Но я, как сказал выше, нынешняя власть Армении смотрит на Запад, а не на Иран. И видит перспективу именно на Западе. Поэтому Иран так в спешке открывает свое консульство и так далее. То есть заявляет то, что не делай этого, я буду всегда с тобой. Что будет потом? Потом можно сказать, что некоторые армянские эксперты говорят, что нужно вытягивать сюда новых игроков. И новые игроки, мы видим, что противоречат друг другу. И в конце, наверное, в Армении что-то вспухнет. И может это быть развалом для
этой страны. Спасибо всем за внимание и удачи всем.